Добро пожаловать в новую рубрику «Не очень высокая кухня» от Рената. Всем привет, меня зовут Ренат, и вы на канале Забугорщики. Прошло ровно 10 дней, как я перестал есть красное мясо. Нет, я не стал веганом, я просто решил отдохнуть от баранины, конины и говядины на 30 дней и посмотреть, как это повлияет на мое здоровье. Об этом я запишу отдельно влог. Я перестал есть красное мясо, но продолжаю есть птицу и морепродукты. И да, я перестал пить алкоголь. Теперь, наверное, у меня совсем не останется друзей. В прошлом выпуске я попросил вас проголосовать, в какой дистанции мне участвовать в следующем забеге в апреле. 21 километр или 42. Вообще, на что я рассчитывал? Конечно, вы проголосовали за 42 километра. Я никогда не бегал полный марафон. Это будет для меня впервые. И я также впервые не уверен в своих силах. Но надо много готовиться, чтобы показать нормальный результат. Да и просто, чтобы не умереть раньше времени. Я изменил свой план тренировок и заметил, что мне не хватает энергии во время бега, которую я раньше получал из мяса. Чтобы заменить животные жиры на полезные для сердца ненасыщенные, рекомендую пить оливковое масло, есть жирную рыбу и орехи. Как вы уже поняли по заголовку, сегодня речь пойдет об орехах. Мы с вами приготовим арахисовую пасту в домашних условиях. Почему придумываю челленджи Ренат, а страдают все остальные? Вот в холодильнике одни овощи. Нам понадобится арахис, много арахиса, мощный блендер и все. Если арахис не жареный, то лучше его сначала обжарить в духовке. Если жареный, то все равно закинем его в духовку минут на 10-15, чтобы не мыть. После этого дадим ему остыть и закинем в блендер. Больше ничего не добавляя, включаем и ждем, когда все превратится в однородную массу. Он сначала будет рыхлым, но через какое-то время станет жидким. Если оставить как есть, то получится сладкая арахисовая паста. Можно ее сделать соленой, посолив, а также хрустящей, добавив мелко нарубленный арахис в пасту. Я люблю кушать ее с тостами на завтрак, а также перед бегом. Это дает заряд энергии и чувство сытости на долгое время. На дольше, чем бананы, тосты с джемом, конфеты, агуша и другие углеводы. Так как обычный сахар из других углеводов дает энергию на короткое время. В то время как арахисовая паста содержит много белка, клетчатки и кучу полезных для сердца жиров. Ну а теперь самое главное, будем пробовать пасту. Она сейчас теплая-теплая блендером и жидкая, как вы видите. М-м-м.
Очень вкусно. Всем рекомендую. Друзья, если вам понравилось это видео, напишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть в рубрике «Не очень высокая кухня» от Рената. Спасибо. What should I do?